О страшном периоде своей жизни актриса никогда не упоминала публично, боялась реакции общественности. Поводом для признания стала случайность. Ведущий подкаста, куда Кристина Асмус пришла в качестве гости, предложил ей рассказать о том, о чем она сама захочет. Актриса неожиданно решилась на откровение. Оказалось, что звезда интернов стала жертвой домашнего насилия в самом страшном и прямом смысле этого слова. Темный период, к счастью, миновал, но в университетские годы девушке приходилось несладко. Будущая звезда встречалась с молодым человеком, который не видел проблемы в том, чтобы поднять на любимую руку. Отношения продлились целых полтора года. Это не как токсичный человек, он не так рубашку погладил или сказал: «Ты в кино плохо сыграла». «Ой, меня абьюзят». «Нет, он бил как не в себя», — рассказала актриса в подкасте «Разговоры». Кристина подчеркнула, что в те времена жаловаться было не принято, поэтому со своей проблемой она справлялась сама. «Мне было страшно, что меня осудят, что я сама виновата», — отметила актриса. Травматичный опыт звезда до сих пор вспоминает с ужасом, однако уверена, что говорить о подобном важно, чтобы какая-нибудь девочка посмотрела и спасла себя, позвонила в службу, которая этим занимается.